Right to Life presents. Несколько дней назад Кимберли Бриджес спокойно гуляла рядом с домом вместе со своей собакой по кличке Орлина, как вдруг почувствовала, что она резко и очень сильно потянула поводок. Буквально через пару секунд в нескольких сантиметрах от Кимберли на тротуаре оказалась машина. Автомобиль двигался с большой скоростью, и если бы Орлина вовремя не оттащила хозяйку, она бы непременно столкнулась с мчащейся на нее грудой металла на колесах. Но из-за того, что все случилось так быстро, Кимберли даже не поняла, в какой опасности находилась. Когда пара вернулась с прогулки, Орлина все еще сильно нервничала, и тогда ее хозяйка решила посмотреть записи с видеорегистратора в машине соседки. Женщину тоже сильно трясло от страха, но по-настоящему она была шокирована, когда посмотрела запись. Дома я заметила, что Орлина была в легком шоке, и это заставило меня подумать, что машина была ближе, чем мне казалось, рассказала Кимберли. После того, как Кимберли проверила записи видеорегистратора, она поняла, что собака спасла ей жизнь, и теперь она считает Орлину настоящей героиней. По всей видимости, водитель не справился с управлением, по-другому это назвать было нельзя. Я и моя семья всегда очень любили Орлину и знали, что она особенная. Но теперь я обязана ей жизнью, поэтому она будет получать еще больше внимания, почесываний животика и угощений, пообещала девушка. Это по-настоящему удивительная история, где животное спасает жизнь человеку. Любите своих зверей, ведь они могут однажды помочь и вам. Если вам понравилось видео, обязательно поделитесь им. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.